Да, да любой выбирайте, да. Кошмарно отвечаю. Свободно. Нет, нет, это, это второй вопрос, да. Подумать. Да. Вы завидуете своим более богатым друзьям. Он знаете, опять про друзей, да. Да, да. Нет, дело в том, что вот как. Я раньше очень хотела быть прям, ну не очень богатой, а чтобы я ни о чем не думала. Угу. Вообще. Но делала какие-то такие вещи. И что получается? Вот сейчас у меня там есть деньги, есть возможности и так далее. Что тогда жила как богатая, что сейчас живу как богатая. Но какая разница-то, понимаете? Правильно, это здесь качество жизни, именно ощущение. Вот у меня такое ощущение. Я ответила, абсолютно, поэтому у меня какой там зависть. Хорошо, что у меня богатые друзья, и не испытываешь комплексы, правда? Пойдешь с ними в ресторан, да, опять же. Не думая. И не думая. Третий, финальный. Ну, слава богу, сейчас. Ну, где он там? Так. Красненький. Красная. Все-таки мы выбрали и красный. Расскажите о своем худшем свидании. Ну, господа, ну опять какие-то подставы прямо. Нет. Худшее свидание? Да, да. Может, я лучше бы рассказать? Нет, я могла бы пошутить так. Ага. Худшее свидание – это без секса. Отлично, зачет. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».